Чтобы установить контроллер, самый нужный инструмент оказался шлифмашинка. Закончили ремонтировать это чудо, а месяц оно ждало новых контроллеров. Новые контроллеры на 350 ватт, они реально в два раза больше, чем те, которые малюсенькие. Здесь такие крошечные стали со спичечный коробок контроллеры. Эти большие надежные, но, к сожалению, все провода не помещаются в бокс. Поэтому сигнализация и проводка снаружи, пришлось их раздвинуть. Они стали вплотную, теперь их пришлось раздвинуть. Герметизации как здесь и не было никакой с самого начала, да, там вон дыры сквозные. Так и сейчас не будет, то есть владельцу надо будет позаботиться о том, чтобы либо в дождик не кататься, либо как-то герметизировать, новый корпус сделать. Тормоза мы, разумеется, делать не будем на этом велосипеде, потому что это бессмысленно, надо новые тормоза ставить, новые диски. И передачи тоже мы настроить не сможем, потому что это Китай, к сожалению. Вот, и вот, как кто узнает свою наклеечку в сервисном центре, вот вы не смогли починить, приходите, научим, починим, отремонтируем все, что угодно.